Кто слушает людские всех враг. Все про очки лишь мне налгали. Не спеши. Все про очки лишь мне налгали. И показываешь вот так вот. И ей прям вот так под нос, может быть, да. А проку? На волос. Вот на волос делай акцент. На волос нет в них. Мартышка тут с досадой и печали, а камень так хватило их, бросая их на пол, что только брызги засверкали. К несчастью, тоже бывает у людей, как не полезна вещь, сыны не зная ей, невежда про нее свой толк все к худу клонит, а ежели невежда познатней, так он ее еще и гонит. То есть гонит, это имеется в виду, в то время изгоняет из жизни. То есть не признается, она никому не нужна. Вот. Так, теперь ты будешь читать. Не успел сдержать. Ты основной шкет. Ага, разбавлю. Чуть-чуть. Ладно. Иди сюда, мартышка. На вещь. Мартышка старости слабо глазами стала. Назад. Не спеши. Иди как мартышка. А что ты на пианино поставил? Мартышка? Вот читай. Сейчас вот кружки на место отнесет. Колдать мартышка старости. Да, подержи. И пошла. Да. Читай. Мартышка. Вот мартышка к старости. Смотри, головой верти туда-сюда. Слабо глазами стало. А у людей. Нет. Тут вот есть акцент. Мартышка она глупая. А от людей она слыхала. Она вот там в углу сидит. Да. Если приглядитесь, увидите. Она уже не сидит. Да только что была. Нет, она уже ушла куда-то. Уже ушла, только минуту назад была. А к людей она слыхала? А ты такая она слыхала, что это зло еще не так большой руки. Не так большой руки ты показываешь, банан ей даешь. А, сначала ее дразнишь, вот так показываешь, да? Потом даешь ей банан. Она бросает банан тебе, хватает очки и убегает. Ты свистишь свисток. Свисти свисток. Никуда не встаешь, свисти, как будто свисток у тебя есть. О, вот. Лишь стоит завести очки. Это мы уже прошли, да. Очков с полдюжины себе она достала. Вот слово достала, она забрала. Поэтому вот слово достала. Может. Очков с полдюжины она себе достала. Очков с полдюжины себе она достала. Вертит очками так и сяк. Прищурь глаза так. Да. То к теме их прижмет. Опять смотри, вот так вот крути головой, ничего не видно. То их на хвост нанижет. То их понюхает, то их полижет. Ничего не видно, прищурь глаза так. Вот. Очки не действуют никак, уже да. Здесь, так? Так, теперь вот, показываю, где я читаю. Тьфу, по пропасти! Говорит она. И тот дурак, на него показывает. Кто слушает людских всех враг. Про очки лишь мне налгал. Нет. Ей укоряешь ее. И пальчиком так грози. Все про очки лишь мне налгали. Так. А проку волос нет никаких. Нет, и вот так вот пока. А проку на волос нет них. Вот так прямо ей вот поближе туда. Мартышка тут с досадой и с печали, а камень так хватило их. Дура, что ли? Но она же мартышка, ничего страшного. Правильно делает все. Несчастью, с нее спрос маленький. Тоже бывает у людей, как не полезна вещь, цены не знают ей. Как не полезна вещь, цены не зная ей. Невежда про нее свой долг все к ходу клонит,
А ежели невежда познатней, так он ее еще и гонит. Ну, хорошо. Так, основная мартышка у нас так. Ложку подайте. У меня вот так прыгает. Ложку положите, да, вот. Реально вот клюкает.